Мы приехали на подворье монастыря, Краснодарского монастыря Всецарица. Но здесь нет храма Всецарицы. Здесь храмы носят другое название. Храм Всецарицы только в самом Краснодарском монастыре. А это у них есть такое Гефсиманское подворье. Здесь они, у них подземная церковь, и они читают здесь неугасимую псалтирь. Прямо у дороги стоит. Здесь вот река, а за рекой трасса. Очень интересное место. Сейчас войдем. Монастырь, а вот здесь вот есть такие места, где по теплу водятся лебеди. А вот здесь есть пруд, и в этом пруду, как ни странно, холодно же, но лебеди. На подворье монастыря Краснодарского Всецарицы такой хороший пруд. Тут есть и уточки, и лебеди. А здесь возле монастыря растут маслины. Они, конечно, не плодоносят, но это не настоящие маслины. Это лоховник называется. Гефсиманский сад. Лоховники растут, которые напоминают, конечно, оливки. Но они, собственно говоря, разновидность. И вот вход в Гефсиманский сад. Тут даже есть вывеска, что это Гефсиманский сад на русском языке. И на греческом. Вот такой Гефсиманский сад огорожен. Они там не столько толстые, сколько жилистые. Такие какие-то они жилистые там. Но они толстые и такие, не просто толстые, а еще жилистые. Да, прямо все такие. Вот. А это прямо копия, как там, да? А это копия, да? Там тоже такое есть. Моление чаши и взятие... Тоже там, да, такое? Ну, там на одном месте... Есть, но я бы не сказала. А это, как вы сказали, подземный храм или пещерный храм? Пещерный тот храм. А, это тот. Не храм, это там молятся. Псалтирь читают монахи. А, псалтирь. Бдите и молитесь. Знаете? Бдите и молитесь, да не гнидите в напасть. И это же самое на английском Марк 14:38. Конечно, здесь не выросло вековое дерево, но просто привезли от толстых деревьев стволы, чтобы напоминало Гефсиманский сад. И там камни еще выложили. Михайло-Афонский монастырь в Адыгее. Это Михайловский храм, храм архистратига Михаила. Колокольня. Еще один храм. Не спящих, что ли? Это был храм, переделали в интернат. Вот такой вход.
И вот написано «Михайло Афонская пустынь» и икона Михаила архистратига. А может, не будем заезжать? Монастыря. Вот прям храмик у алтаря. Все выйдут? Вот мы здесь в скиту у отца Феодосия, у старца. Это храм такой. Замечательный. Там еще есть строение. Прудик маленький. Сейчас мы пойдем в трапезную. Вот мы на подворье у отца Феодосия. И вот он сидит со своими прихожанами и что-то им внушает. Так, на минуточку, 22 ноября. Теплынь. Красота. Как-то не видно, что красный закат. Мы находимся в Выселках. И тут вот такой шикарный храм. И нас тут так хорошо приняли, накормили. Просто красота. Главное, что тут есть вон беседка и такие пушкинские, я их называю, фонари, лавочки красивые. Всего-навсего Краснодарский край, Выселки, поселок или поселок городского типа, но очень. Говорят, это родина бывшего губернатора Краснодарского края, как его, Кравченко, Кравчук, сейчас он министр сельского хозяйства в нашей стране.